Здравствуйте! Вы смотрите программу «Лица Академии». В ней мы рассказываем о людях, формирующих образ старейшего высшего учебного заведения России – Московской духовной академии. И сегодня у нас в гостях Владимир Дмитриевич Юдин, профессор, человек, которого любят студенты за его искреннюю влюбленность в предмет, который преподает. Несмотря на свои 78 лет, Владимир Дмитриевич не только ездит в Москву, но и в Нижний Новгород, в Казань, и мы очень благодарны ему за то, что он смог с нами встретиться и записать это интервью. Я думаю, особенно надо знать священнику о советском периоде, периоде фашизма, тоталитаризма, чтобы они чувствовали свое счастье жития в данное время. Время абсолютно свободное, я имею в виду политически. Свобода чтения – это ведь такое счастье. Читай, что хочешь. По философии, по истории любого, Ключевского, Костомарова читай. Это такая радость познания. Мы переживаем такое счастливое время с полной свободы познания общества, прошлого. А можно немножко рассказать, вот как вы все-таки попали в семинарию? Хорошо. Вот, предыстория этого. Как-то в школе, в классе учительница спрашивает, директор спрашивает, кем бы вы хотели быть? Нет, куда вы пойдете учиться? Мальчишки говорят, военное училище, на летчика, на моряка, мореходное училище. А я говорю, а я в семинарию. То есть в школе вы сказали, что вы пойдете в семинарию? Я не знаю, откуда такая шальная мысль? Потрясающе. С неба, наверное. Просто, я хочу в семинарию. Директор. А у директора фамилия Востоков. Сам сын попа. Как? Я говорю, да, я хочу в семинарию. Он больше ничего не стал говорить. Ну, никаких... советов, ничего не давал, все кончилось, казалось бы. Но я, мать на меня оказывала какое-то воздействие. Причем она молилась, и я стал крестить. Мать была воцерковленной женщиной? Да, но и отец. В церковь не ходила. Ну, понятно, просто, да. То есть. Потому что мы жили в таких условиях, где не было... бараки жили в ужасных условиях. Но при этом веру сохраняли все равно. Да, у меня была инстинктивная какая-то вот эта, и у матери. Мать меня научила креститься, молиться. Я молился перед сном. И вот подходят школьные годы, заканчиваются, куда пойти. А это какой год был? Я окончил школу в 56-м. В 56-м году я поступал в университет на ИСТФАК. Не поступил, была драма, это драма. А еще вот что, я окончил школу в 56-м, когда был 20-й съезд КПСС в феврале. И вот этот 20-й съезд КПСС так ударил по мне, что у меня сразу все это... Я чувствовал по рассказам матери, неправда кругом. А тут Хрущев заявляет с трибуны, что такая была неправда, жестокая. Рассказы о Рускулаче. Все это ведь тлело, это огонь. И скрывалось часть. Да. И вот, и у меня произошел переворот. И я стал делать все почему-то напротив, как дети. Бунт, внутренний бунт. Я испытывал чувство бунта, бунтовал. Ну вот, не поступил в университет. Пошел в техническое училище,
кое-как его закончил. Там я стал читать книги, истории. Я вырос в семье без единой книги. О как! Никакой книги не было. Потому что нищета была, как у Платона. Левшина тоже не было ни одной книги. Вот я вспоминаю, когда читаю о нем. Ни одной книги. А тут я поступил в техническое училище, тут библиотека. И с чего я начал? Я начал читать энциклопедии. Большая советская энциклопедия. Больше никаких энциклопедий не было. Это уже серьезное задел такое. Вот я с этим томом сидел на лекциях, а там механика, прочее, технология. А я читал исторические статьи. А почему именно история? Трудно сказать. Не могу сказать. То есть, может, какое-то внутреннее расположение было к истории? Может быть, вот изучение вот прошлого советского общества, вот это раскулачивание. То есть вам хотелось... Борьба гражданской войны. Добраться до правды. Да, мне хотелось узнать, почему такая жизнь у моих родителей, почему неправда. Я уже ощущал эту неправду всеми фибрами души, и у меня все горело, все бурлило, я бунтовал. Ну, наконец, меня отправили работать по окончании. И меня там поставили на стройку. Это куда, Владимир Ильич? На заводе. Был такой завод военный, большого значения. В Нижнем Новгороде. А потом я там поспорил в отделе кадров. Что-то стал возмущаться с советским режимом. А он говорит, как вы говорите? Ну, вон, идите на стройку. Меня на стройку. И поставили меня копать под туалет этот. Нас было человек 5. Через день стало 4, через 2 – 3. И остался я один копать. Ничего себе. Мне все это стало тошно, я бросил. И... В общем, стал вопрос о моем увольнении. Я говорю, увольняйте. А мне начали уговаривать, что ты. Я говорю, из комсомола меня выводите. Меня насильно записали в комсомол. Как? Из комсомола хочешь уйти? Да, я хочу. Давайте мы вас направим в райком партии. И тут в райкоме партии со мной секретарь 5 часов. Мы с ним спорили. В общем, все. Исключили. В общем, у меня бунт. Я стал выпивать стал. Очень это, понятно, в семье какая обстановка, стал выпивать. Но у вас семьи тогда не было еще? А? Вы не были еще женаты? Нет, одинокий был. Ну, думаю, что-то надо делать. Думаю, надо спасаться. Может быть, меня Господь спасет. А я все это думал. И сюда приехал. С мыслью поступить в семинарию. В монастырь. А в монастырь? Да что вы говорите? Да. О как. В монастырь. И батюшка какой-то идет, монах. Говорит, вот так и так. Ну, говорит, это невозможно. Здесь же прописка нужна. Московская прописка. Плюнул. И опять пьянка. Ну, вот. Наконец я перестал пить. В университет, да, я забыл сказать, я поступил в университет. Из университета меня исключили. Нижегородский университет, да, в Горково, да? Тоже поступил в университет, на дневное отделение. С дневного отделения меня перевели на вечернее, с вечернего на заочное. Вот за это выжимали. Бунтарство какое-то. Нехороший отрезок жизни был, очень. Наконец, все устроилось, я вступил в брак, женился. И думаю, надо снова отправиться в Загорск. Я вот здесь хожу вдоль ограды, которая отделяет монастырь от академии. И гляжу, очень красивый монах, невысокий, стройный, в блестящих одеждах. Он говорит, что вы, молодой человек, хотите? Он видит, что я как зверь в вольере. Что вы хотите? Да я хотел бы поступить в семинарию. А кто вы, что вы?
пойдемте со мной, если не против. Он меня привел в свою келью, чисто, красиво. Оказался это Филарет Минский, будущий. Такой щеглеватый. В то время он был ректором. Он был инспектором. А инспектором? Инспектором. Что вы хотите, я говорю, вот, он меня познакомил с отцом, тут все, накормил, напоил, а для того, кто приехал издалека, это бы очень... И что еще помню? Он говорит, вы меня извините, мне надо на службу. И взял флакончик духов, одеколона. Вы, наверное, говорит, удивляетесь, что монах пользуется. Я говорю, да ну что? Ну вот, подавайте прошение. Но прошу, подадите прошение и уезжайте куда угодно, только не сидите. Не появляйтесь дома. Здесь. А, вот, а дома будет... не появляйтесь, да? Да? Вас вот так будут вот. Искать. Понятно. Я уехал в деревню. Жена была в деревне с ребенком. Я уехал в деревню. Ну вот, день проходит, два, три, у меня в душе все это. Бурлит. Да, смятение, смятение. Думаю, нет, по-толстовски, пусть, как помните, говорю, буду, ничего не буду скрывать, но буду идти прямо. И поехал. Поехал. Дом, повестка, военкомат. Думаю, ну что ж, пойду. Если Господу угодно, убережет, нет. И я пошел в военкомат. В военкомате подходит ко мне хирург и говорит, а что у вас здесь такое, женщина? Я говорю, крестик. А что, вы верующий? Да. Я говорю, кажется, верующий. А какое у вас образование? Я говорю, университет закончил. Да. А вы не против, если я вас направлю в психиатрическую клинику? Я говорю, нет. Нет, пожалуйста. Я явился, гляжу, кабинет открыт, психиатра в белом халате, чистый, красивый, лет 30, психиатр, очень мне он понравился. Проходите. Ну, на что вы жалуетесь? Да вот, я говорю, меня хотят посадить в психушку. Как-то? И давно ли у вас это мания? Я говорю, да какая мания? Меня хотят посадить, я знаю. Я говорю, вот так и так я хочу поступить в семинарию. Мне, а какое у вас образование? Я говорю, выше, с высшим образованием. Вы действительно можете быть больной. Да нет, говорю. Он говорит, ну подождите. И я позову коллег. Интересный разговор, потому что в ту пору... Не часто такое случается, да? В ту пору, в 60-е годы, это было уникально. Вот человек 9-10 в белых халатах, женщин. Консилиум целый, да? И пошел разговор в огороде Бузина в Киеве дядька. Вопросы, ответы, вопросы, ответы. Да, говорит, ну что ж, вы один пришли? Я говорю, нет. Ну, позовите супругу. Я хорошо ее захватил с собой. Выйдите, пожалуйста. Я вышел. Ну что ж, через 5 минут она выходит. Зайдите. Здоров. Невероятно. Я вышел, как из тюрьмы. Пришел я в военкомат, а там говорят, знаете, у вас быть здоровый, но вот физически у вас что-то тут есть сердце. Я говорю, да, конечно. Побаливает. Вы не против, мы вас направим на обследование? Ну, конечно, пожалуйста. Я решил идти. До конца. До конца. Куда приведет? Ну, вот я пошел в больницу, меня посадили. Я взял Библию под мышкой, под мышку. Пришел, положил Библию на тумбочку. Больные сразу, как галки голодные. А что это такое? Библия. Библия в ту пору. Библия. Ну, как диверсант. Ну, можно глянуть? Я говорю, пожалуйста. Я могу вам даже рассказать кое-что. Я говорю, пойдемте, здесь мало места, потому что человек 10. Я говорю, пойдемте, будем ходить с вами. Вон в парк пойдемте. Я стал им читать Евангелие, ну, по-своему толковать, о своей рассказывать вот этой духовной жизни, об пути небольшом.
Так было дня 3-4. Вдруг является... Меня вызывают главному врачу и говорят: вон отсюда развелись агитации. Дело было летом, приближался 1 августа, приемный экзамен. Экзамен, да, документ. А, по-моему, это уже не 1 или 2. Я сразу покатил в Москву. Приехал, Филадельф говорит: ну, не беспокойся, не беспокойся. Пройди вот комиссию, ну, у тебя немножко там сердце, давление, ну, ничего. Сдавай экзамены. Я сдал экзамены, приняли в 67-м году. 67-й год. Не прошло недели, я гуляю вот вдоль чертогов. Подходит ко мне владыка, тогда отец Симон, архимандрит Новиков. Он умер митрополитом. Он говорит: Юдин, я говорю: что? Вы в Сорочке родились. Потому что был на днях человек из Москвы, попросил список и вычеркнуть вас, вашу фамилию, из списка принятых. Но владыка сказал, что как-то неудобно, уже святейший подписал. И я так поступил в семинарии. Вот вам и ответ на ваш запрос. Если будет воля Божия, то пройдете. Я решил до конца, что бы ни было. И я в это верю. И в студенческие годы здесь, в семинарии, вы не прекращали интересоваться историей. Да. То есть история – это был ваш любимый предмет. История. А кто тогда преподавал здесь историю? Вот историю… И насколько хорошо ее преподавали? А вот как раз об этом и хочу сказать. Я был ошарашен низким уровнем преподавания. После университета, я думал, здесь… Высшего университета, академии, думаю. Во-первых, все было поставлено, все было под колпаком. Приходил учитель истории, читал Глухов. Может быть, помнишь? Конечно, помню, он меня преподавал. Я ничего не имею против него. Он приходил с конспектом серо-желтым, которому уже лет 10. И вот он приходил, он, конечно, этот конспект был проверен, не проверен властями, просмотрен, не просмотрен. Приходил, открывался в соответствующую страницу и, простите меня, бубнил. От точки до точки. Машинка вот эта, зубодробильная. Час, полтора, я не помню, сколько времени, и уходил. Я думаю, боже мой. Ни ответов, никакого контакта, ничего абсолютно. А какая история-то преподавалась? Никакой истории церкви в советское время не было. Собор, а после собора еще собор 45-го года, избрание патриарха Тихона, а потом собор 45-го года. То есть те моменты, когда был какой-то контакт между духовной и светской властью, истории не было, никакой истории. А если была история, то она была советизирована. Читать было, и слушать было невыносимо. Это как зубная боль. Я думаю, Господи, куда я пришел? И у меня опять бунт. Уже здесь только. Бунт. Думаю. Я вот за год сдал, за всю семинарию, в академию поступил. И уже... более дальше оставаться не мог. Вот интересно, Владимир Владимирович, а вот в академии преподавание такое же было или все-таки чуть-чуть отличалось, хотя бы немного? Нет. Было так же грустно? Грустно было, да, тоскливо. Если бы не было тоскливо, я бы не ушел. Но еще не только это. Ко мне приезжала супруга, ее с работы погнали. Из-за того, что вы поступили в семинар? Да. Ее стали гнать. Она работала как педагог. Ну вот были дворовые какие-то комитеты, приглашали, чтобы педагоги занимались с детьми при Доме пионеров. Вот приехала супруга, плачет, меня с работы гонят. Да и у меня внутри опять бунт. Думаю, уйду. И я ушел. А вы с какого курса ушли? С первого курса. С первого курса академии. Курс окончил первый.
Как вы здесь снова оказались-то? А, потом? Потом, как же я оказался? Вот. Да. Я ушел в 69-м. Сюда пришел, вернулся в 89-м. Через 20 лет? Через 20 лет. О, как интересно. И насколько интересно изменилась здесь внутренняя атмосфера, уровень преподавания, отношения между преподавателями, студентами. Все равно это же другая эпоха, другое время. Да, сейчас я подойду. Ага, давайте. Если я сумею ответить на ваш вопрос. Я после этого, да, я стал искать работу. Меня никуда не брали на работу. С волчьим билетом. И вот однажды пришел, меня встречает знакомый, мой товарищ, учились в школе, он говорит, я говорю, без работы, вот, не можешь ты меня устроить. А он работал на вторчермете, председатель местного комитета, месткома. Приходи, может быть. И вот собрался консилиум, замдиректора, там, начальник отдела кадров, начальник сбыта, начальник, в общем, ну вот, а где ты был? Трудовая книжка. Вот у вас тут перерыв. Перерыв, сколько-то лет? 2 или 3 года. Я говорю, болел. А почему я сказал, болел? Потому что меня уже никуда не принимали. Ходил, прямо говорил, где вы были? Вот? Я говорю, в семинаре. И вот я решил соврать. Не сказать. Да. Не сказать. Скрыть. Я говорю, а где вы были? Я говорю, болел. Ну, решили, что я болел, понятно, да. Запой. Болел. Ну, все же, благодаря товарищам меня приняли в отдел снабжения. И я стал ездить по всему великому СССР. А что вы говорите? Рыбу бросили в воду. Потрясающе. И я объездил весь СССР, все видел, и столько я увидел. Во всех музеях побывал, во всех краеведческих музеях, в художественных, в общем, новый университет. В Тбилиси был 5 раз. Шатался по этим горам кавказским. И вдруг телеграмма, умирает отец. Я сразу не могу. Я там выбивал электромоторы. А там Лаврентий был такой, Лаврентий Павлович, как Берия, грузин. Нет, приду сегодня, нет, моторы, нет. Как только ему показал, умирает отец. У него такой вот культ предков. Поезжай, отгружу сейчас. Я вернулся домой, оказывается, фабрикация. Мой товарищ по университету говорит, чтобы тебя скорее вызвать, работа нашлась. Мы решили вот сфабриковать. Я сразу, я отец жив, и на работу принимаю. И в школу, в район, глухой район, к староверам учить детишек истории. Радость такая. Я начал вот с 1 ноября работать. Это какой год был? Это 72-й год. 1 ноября 79-го... 1972 года я пошел работать. Вот тут я встретился с героями известного автора Старобрядь. Двухтомный роман «В лесах, на горах». Вот тут я здесь начал преподавать историю детишкам. И прямо по летописи, по современных лет. Директор говорит, да что вы? Я говорю, да что-то не слушают. Кто будет слушать? Летописи деревенские. Так, вот, наконец. И сколько вы так преподавали? И так я преподавал всего вот с 72-го года по 87-й. Нет, в школе нет, не преподавал. Я ушел через 3 года. Уже стал работать в другой школе, в городской. В городской уже стал преподавать историю. Вот тут уже меня сразу стали гнать. Из-за идеологических несостыковок. Да, тут меня стали гнать. Потому что пришел к власти Горбачев, и началась перестройка. И тут начались какие-то документы партийные прорабатывать. Я должен был их с учащимися. Я, конечно, и не знал об этих документах. И вдруг проверка.
провели опрос 10-классников, они ничего не знают. Ну ладно, мальчик, мы, говорит, берем вас на заметку, ну, посмотрим. А потом ко мне явилась проверка, женщина. Она приходила с 8 утра и до 2 вечера, до 2 дня сидела на всех моих уроках. Ничего себе. И вот был урок об основании Петербурга. Ребята, я говорю, а почему вы думаете, откуда такое название Петербург? Город Петра. Я говорю, неправильно. Санкт-Петербург, город Святого Петра. Я говорю, Петр посвятил город своему покровителю. А потом, не выдержу, говорю, и у вас каждого есть свой покровитель на небе. Та сразу писала. Меня вызывают и говорят, занимайтесь проповедью. Религиозная пропаганда. Религиозной пропагандой. И вот в январе месяце меня на собрании всех педагогов района вот появился идеолог, проповедник, пропагандист. Думаю, надо бежать, иначе эту трудовую книжку испортят. И куда я бежал? Я опять бежал в ту деревню старобрядцев. Меня там опять приняли. Вот такая одиссея. И в семинарию сюда вы уже вернулись в конце 89-м году. Расскажу, если хотите. Конечно, очень интересно, как это произошло. Вот я опять в той деревне пасу этих поросят, детишек, простите за грубость. Кроме уроков, денег мало, я еще воспитателем. Школа на берегу, на опушке леса. Вот ребятишки бегают, а я читаю журналы очередные. Вот большие толстые журналы. И читаю об одном историке, известном, Гумилеве, который статью, как он исследовал берег Каспийского моря. А тут еще радио, телевидение, уже новые веяния. Думаю, вот, люди делают историю, а я тут сижу где-то в дыре. Надо выходить как-то, куда-то выйти. Надоело, уже устал. Провел там 3 года. И поехал я к своему товарищу по учебе в академии, отцу Варсонофию. У него очень интересная судьба. Он сидел в тюрьме, 5 лет сидел. В 56-м году посадили. В общем, мы с ним дружили. Думаю, пойду, что он скажет, как опытный человек и единомышленник. Я говорю, что я вот ищу работу, куда я? Я говорю, может быть, мне в Загорск поехать, может быть, предложить? Он говорит, поезжай, я говорю, все возможно. Уже немножко стало отпускать. Я буду, говорит, молиться. Я приехал сюда. Приехал, владыки Александра нет. Будет завтра. Ну что, ждать? Я на следующий день пришел рано утром, 8 часов, в кабинет приемную и ждал его до 4 часов. А он сидел, принимал. Не принимал меня. Наконец принял в 4 и говорит, ну что вы, кто вы, что вы, что вы хотите? Я говорю, вот так, вот моя жизнь, вот я здесь учился. Да, учились. Долго на меня смотрели. Потом, а я вас помню. Я, говорит, курсом с Михаилом Степановичем учился, по высшему курсу. Я помню вас, помню вашу проповедь. Я забыл, какая проповедь. Он помнит. А я говорил одну проповедь. Я помню, говорит, вашу проповедь. Помню, о чем вы говорили. Думаю, боже мой. А что вы хотите? Я говорю, вот не будет ли какой-нибудь работки мне? А что вы можете? Ну, я говорю, вот философию, историю. Ну что ж, поезжайте домой. Мы подумаем. Ждите звонка. И вот я сижу, томлюсь дома. Вот разнесло щеку, зуб заболел. А я каждый день бегал на почтамт, звонил.
И, наконец, пошел к зубному, вырвали банка целая от ополнения всего этого. Пошел звонить. Михаил Степанович говорит, приезжайте завтра на ученый совет. Это было 1 сентября, накануне 1 сентября 89 года. Вот с 89 года по сей день я вот, слава Богу, здесь. Все-таки 60 лет, ну 50 лет, да полвека прошло. На ваших глазах, как изменилась Академия вот эти три периода? Первый период, когда вы сюда поступили, учили в семинарии. Второй период, когда вы начали преподавать снова здесь. И вот современная Академия. Вот если можно кратко так обозначить, в чем разница и в чем все-таки Академия сохранила преемственность? Это же разные поколения. Совершенно разные поколения. Да, первое поколение. И разные времена. Хорошо, остановлюсь на первом поколении. Первое поколение, кто учился в академии в ту пору? Учились, с высшим образованием никого не брали. Нас прорвалось два человека вот в этом 67-м году. Ну, тогда школы не существовало практически. Школы практически не существовало, потому что жесткий был гнет, крепостнический гнет был в школе. Причем не знаешь, кто на кого работает. Потому что ко мне приставали с разными предложениями. Одноклассники, что дескать, за кордон можно сообщать. То есть Давайте интервью или что ли, письменные такие. Я понял, что здесь действует даже внешняя разведка какая-то, внешняя. Вот это я чувствую. Поэтому вызывали военкомат, там обрабатывали, и многие-многие соглашались сотрудничать. Все были под колпаком. Все было... Я предложил товарищам собираться вечером философский кружок организовать. Не успел предложить, на следующий день мне сказали, ни в коем случае администрация. Сразу все просматривалось, прослушивалось. Никакой свободы, никакой. Что читаешь, что пишешь, все известно. Все известно. Так что в ту пору можно сказать, я боюсь обидеть кого-нибудь, старались оставить не лучших, а худших преподавателях, чтобы они были покорными, послушными, управляемыми. Лучших, как в советской системе, худшего педагога – директором школы, худшего врача, но с партийным билетом, во главе районного здравоохранения. И здесь лучших выпускников увольняли. И в деревню какую-нибудь. В деревню. Чем хуже, тем лучше. И я думаю, в хрущевское время формировали отряд священников с партийными книжками. Да. По-моему, где-то даже проговорился священников, красных священников. Был взят курс, серьезный курс в партийных кругах воспитать советское духовенство. Это был курс, официальный курс советской власти в 60-х годах. Интересно, никогда про это не слышал. Не слышали? Нет. Точный был. Очень интересно. И я это ощутил. Потому что лучших выгоняли, оставляли худших. Из преподавателей оставляли худших. А если он умный, проговорился, его, даже если он преподаватель уже и уже в почете, но если проговорился, сразу выгоняли. А вот следующий этап, уже вот период перестройки, когда вы снова появились здесь, в Академии. Насколько сильной была вот эта внутренняя инерция ограниченности? Вот конец 80-х годов. Конец 89-й год.
начало перестройки. Что-то изменилось или все-таки вот эта тенденция, она оставалась, как и была еще в 70-е годы? Вот не было такого страха, тревоги. Угу. Не было уже страха, тревоги. Это уже время Горбачевщины. Что вы? Это уже легче. Но очень было трудно выплачивать налоги. Я платил налоги, у меня была зарплата самая низкая. И половину зарплаты я ходил на почту, отправлял в налоговую систему. Очень, очень была низкая зарплата. А вот интересно, как изменился состав студентов в то время? Вот перестройка. Вот если охарактеризовать то поколение, к которому, в общем-то, я принадлежу. Я поступил в 90-м году в семинарию. Это... Я изнутри на все это смотрел. А вот как интересно, видели студентов, преподаватели. Огромная волна. Это был самый большой набор. Не помню, там взяли 5 или 6 9 классов. Да. 6. Да. Кого там только не было. По 60 человек. Был один класс только с высшим образованием. Да, да. Вот да. Я помню. Тут краски 90-й год. Были, да, это краски тот год, да. Я помню. Приходишь как на праздник. Приходишь как на праздник. Учителя, врачи. Но их взяли сразу на второй курс. Да? Да. А я вот помню. Вот со многими я беседовал. Просто как с коллегами. Гуляешь, присоединяются. И как с равными. Были прекрасные отношения такие... взаимопонимание с интеллигенцией. С интеллигенцией. Потом вдруг, как будто тебя пускают в колодец. Из Сибири. Мужики там, какие-то нацмены. Совершенно. Такая разность потенциалов. Такая разность потенциалов. Но вот особенно незабываемые вот эти беседы с учителями, врачами, с высшим образованием. Они были равными нам. Равными. Мне даже было стыдно их учить. Думаю, кого я, кто я, чтобы их учить? Мудрый уже. А вот если сделать еще один небольшой прыжок в нынешнюю ситуацию. В нынешнюю? Да, вот сейчас, сегодняшний студент, какой он? В сравнении с советским периодом, вот с этим перестроечным периодом. И сегодня, свобода, пожалуйста. Возмутительные, да? Не читают. Ничего не читают. Ничего не знают. Лекции читаешь. Я говорю, повторите или возьмите учебники, рекомендуешь литературу. Ничего не надо. Не знают. Классиков историографии не знают. Философии не знают. Только любую минуту могут любую информацию вытащить. Из Гугла. Ну хорошо, вот вы информацию, у вас это такое волшебное средство. Это вам в помощь учебе колоссальное средство. Прибегайте. Нет, книг не читают. И это не используют для науки. А вот как вы объясните, как вы думаете, вот вы как это переживаете? Это же проблема очень серьезная. Я не знаю, просто не понимаю, не могу ничего сказать. Я думаю, если бы нам в свое время дали вот такую волшебную технику, голова бы наша была каким сейфом. А сейчас книг не читают, это тоже крутят только, чтобы посмотреть фильмы смотреть, какие-то да. Это. Возмутительно, возмутительно. Я думаю, это грозит большой катастрофой. Внутренней катастрофой, содержательной катастрофой. Катастрофой, это катастрофа. В какой класс не придешь? Вот я сейчас в Казань езжу, в Нижний Новгород. То есть ситуация везде примерно одинаковая? Везде одинаково. Везде все одинаково. Спасибо большое, Владимир Дмитриевич, что в столько времени нам уделили. И хочется вам пожелать, наверное, прежде всего, вдохновения, чтобы... Студенты и в нашей семинарии, и в Казани, и в Нижнем Новгороде вас не расстраивали, а вас радовали своим желанием учиться и своей любовью к истории. Я думаю,
Наверное, вы и есть тот самый лучший антидот, лучшее противоядие вот этому безразличию, которое сегодня, к сожалению, имеет место. Потому что вы настолько любите ваш предмет, что не увлечься очень сложно. Спасибо вам большое и помощи Божией.